Очень мощным народным рецептом для улучшения иммунитета, стимуляции здорового кишечника и хорошего пищеварения является смесь льняных семян и тыквы. Такой напиток поможет вам справиться с гормональными изменениями, решить проблему с запорами и стулом, восстановить пищеварительные процессы и улучшить состояние кожи. Заливаем семена льна горячей водой, оставляем их на ночь, и с утра должна получиться киселеобразная масса. Затем берем несколько кусочков тыквы, смешиваем с семенами льна в блендере, тщательно перебиваем и процеживаем. Напиток необходимо развести с теплой водой в пропорции 1 к 1 и употреблять каждый день в течение недели. Итак, потребуется 2-3 столовые ложки льняных семян, несколько кусочков тыквы и 1 стакан горячей воды. После того, как отожмете и процедите напиток, жмых можно использовать для нанесения маски на лицо, чтобы разгладить морщины, справиться с возрастными изменениями и улучшить текстуру кожи. Напиток же можно еще больше усилить розмарином, зеленым чаем, шалфеем или мятой. Их добавляют примерно через час до конца настаивания. Лен содержит массу полезных минералов и микроэлементов, но в данном случае он очень ценен своими свойствами по очищению кишечника благодаря клетчатке. Он будто веник выметает из организма токсины, шлаки, яды и другие вредные вещества. И если повторять недельные курсы хотя бы раз в 2-3 месяца, эффект будет просто потрясающим, иммунитет укрепится, и у вас будет намного больше энергии для решения своих жизненных проблем, забот и дел.